Всем доброго времени суток. Сегодня я вам покажу топ-5 модов, в которых реально стоит поиграть. Усаживайся поудобнее, желаю всем приятного просмотра и... Стой. У меня 30% смотрят меня без подписки. Это значит, что надо подписаться, и чем больше подписчиков, тем чаще у меня стримы. Спасибо. Приятного просмотра. Путь во мгле — это реально как настоящий сталкер. Ты приходишь новичком в зону. Тебе отбирают военное оружие, деньги и так далее. И ты дальше зарабатываешь на свою жизнь. Новые локации, мутанты и так далее. В этом моде произошел третий выброс по неизвестной причине. И из-за этого практически нету людей в зоне. И поэтому главный герой надо выяснить, почему произошел третий мощный выброс. На пути главного героя будут призраки, тьма и много чего остального. В фотографии ходят слухи, что есть какая-то неиссякаемая энергия, и спецгруппы пытаются его отыскать. Сталкеры по кличке Фотограф приходят в зону, чтобы отыскать информацию про все это. Путь главного героя будет не близкий и не легкий. В этом моде есть сталкер по кличке Макс, он хотел уйти из зоны, но перед этим хотел разбогатеть. В этом моде только одна локация, естественно, долина шорохов. Хоть там и показано, что есть Затон, Припять и так далее, но их не существует. Но локация сделана очень красиво. Самое главное, ему найти сердце оазиса и отдать его сталкеру по кличке Борода. Главный герой разбился на вертолете и чудесным образом выжил. Локация называется «Покинутая деревня». Вокруг зона отчуждения, сплошная неизвестность. Все, что нужно главному герою, это убраться из зоны. Надеюсь, вам хотя бы один мод точно понравился, так же как и мой видеоролик. Всем спасибо за просмотр, всем удачного дня и всем пока.